Мяв, скажи. Ку-ку, Ариша. Спряталась за деревом. Ариша, это уже метеор какой-то. Иди возьму на ручки. А еще тут на подбородке у нас лак. Мы теперь большие девочки, взрослые. Просим красить ногти. Сидим тут на улице. У нас вот такой бокс есть. Большой, не бокс, коробка с боксами. Вот, но тут только игрушечки. Можно доставать, потому что эти боксы очень-очень такие старенькие, да? Вот и... А выкину, а папа выкинуть не захотел, а потом по нас и к нам принёс. Это просто у папы были на работе? Да? Вот, и папа принес вот так девочкам под игрушки. Ты так странно залезаешь, Арина? Скажи бип-бип. Арина, вот так вот, во, молодец. Дзынь-дзынь, да, скажи, а не бип-бип. Очень шустро. Он прятался от Аринки. Ты не боишься огнекера? Нет, он еще маленький. Маленький? А если вдруг большой станет? Я такая иду, когда так... Да? Всем доброе утро. У нас уже понедельник, 2 сентября. Мы с Кирой прогуливаем, да? Да, мы прогуливаем. И школу и садик. Садик, да. Первая, конечно, причина – это ее шея. Кир, покажи шею. Там, конечно, осталось чуть-чуточку. Есть. Такой вот цвет. Я думаю, мы еще недельку тут точно посидим дома, чтобы оно все там точно зажило у нее. Вот. А то, мне кажется, нас точно куда-нибудь вызовут. Да? Ну, еще тем более начала Кира подкашливать. Андрей завтра уезжает, то есть и мне элементарно даже не поводить будет их, ну, вместе. То есть это не нужно будет Арину утром собирать, чтобы Киру везти, и также как бы, ну, потом забирать. В итоге, ладно, посидим еще дома недельку, потом посмотрим, да? Сегодня у нас есть большие дела. Что мы хотим сделать сегодня? Сходить. Магазин, а потом уже на площадку. Да, мы хотим сходить посмотреть брус. Я хочу строить кровать. Но это потом покажу, расскажу. В общем, мы сегодня сходим, посмотрим, получится у нас это или нет. Вот. Посмотрим вообще цены и наличие. В общем, такие вот дела. Потом на площадку. Ну, а сейчас первым делом будем завтракать. Да? Пойдем, пойдем со мной, пойдем. Пойдем, папа сейчас придет. Хорошо, давай. Ой, застряла. Арине бы что-то больше всего нравится в этот, на горке кататься, чем кружиться. Давай я покружу, садись. Давай сильно покружу. Давай. Сильно? Да. Не достать. Нас сюда же так вот выйти особо некуда. Выйти особо и некуда. Одна площадка более-менее. Да, ты-то тоже тут. Тут тоже скалолаз маленький. Кто? Ну ты уже большой скалолаз. Вон, смотри, карабкается к тебе. Ну не сесть пока может и не может, но залезть, и вон залезает. Ага, все. Ага, сейчас повиснет. Вот что делает, вот что делает. А я вот так. А ты не чувствуешь, как я буду пускать? Качайся. Поцеловались на горке с Ариной, классно. Значит, мы пришли на площадку. Папа у нас сказал, сейчас я скажу быстро до магазина. Угу. Сейчас, говорит, там шарики у нас. Праздник начинается, видимо, на площади. 1 сентября шарики там в пакетах. Вот там. Папа сказал, говорит, сейчас я быстренько схожу до магазина, куплю водички, салфеток. И что-то ему надо было купить для машины, какую-то прыскалку. Это на праздник, наверное, привезли.
Ушел, его нету. Мы уже полчаса тут сидим. Его до сих пор нет. Андрюша, иди сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, все. Боится? Она, да, она какой-то раз у вас залезла, мне пришлось туда ползти, вот ее и забирать, потому что ей страшно. Отпускай, отпускай, отпускай ручку-то. Ух ты! Ты что делаешь? Что тут поливаешь? Аккуратно. Ой, что там делаешь? Тут мандарин посажен. Загадывай. Поехали. Все? Солнышко, что делаешь? В общем, я зашла, а у нее здесь свои какие-то зубки чистить. Давай, пошли. Вы, у вас дурдом на выезде. Кирочка, не топай, не топай, не топай, не топай. У нас Арина в последнее время все за Кирой повторяет. Абсолютно все. Вот, 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 все. Погнала, погнала, погнала повторять. Время вот без 15:10. Они вот намылись, напились чаю, сейчас вот бегают. Сейчас у меня машинка еще достирает. Я вон одну развесила. Сейчас вторую развешу. Да, папу сейчас еще соберем в поездку. Да? Собирать. Надо, сейчас папа выйдет, будем собирать. У меня вот там еще стоит вот сумочка. Это там моя. Там сумка моя. И вот там еще с Валбереса. До сих пор не могу все разобрать. Мы сходили, забрали. Папа! У нас есть вот такая сумка. И она у нас идет как задорожную. Тут она застегается. Когда родилась Риша, здесь подарили нам подарок. Там были подгузники, пеленки одноразовые, пустышка. Что-то, что там что-то было-то? Да, расческа была, как бы там две, одна такая тоненькая, одна этот, с такой этой щетинкой. И был комбинезон, такие рубашечки, бодики. Такая этот, клеенка, во, клеенка. Так что, все, папу собираем. Спать собираетесь? Девочки, нет. Купила сегодня Аринке вот такую пюрешечку. И думала, она будет есть, чтобы не варить мне обед. Там получается картошка, морковка, фрикадельки из говядины и горошек. Очень вкусно. Но единственное, как бы, что без соли. Я даже подсолила, и она вообще не стала есть. Вот это вот то, что я пыталась ей скормить. То она его не ест. 200 рублей баночка. Вот, и я еще такая думаю, ой, так здорово, типа, что вот этот, тут овощи, да, мяско, что вместо супчика на обед ей, угу, стала она есть. Все, сломались? У обоих? Да. Все. Беспонтовые, да. Блядь. Так, Андрюша, они, наверное, стоят 100 рублей, эти гирлянды, нет? Нет, это же на Дед Мороза, а Юки, ты забыла? Может быть, забыла. Риша у нас хотела идти с шариком гулять. Тоже дурной кот, вот все лежит, вот туркает, нельзя около него пройти тут. Арина, там чужое. Ребята, а я тебя же спустила. У нас такая дверь тут красивейшая. Ты все вот кот ободрал тут снизу и этот, никак не отрывай. Да, и вот он вот сидит вот так вот дерет, и нам пришлось так заклеить. Мы сегодня вышли на транспорте. На коляске, да? А Кира на велосипеде. Так как у нас свежо,
Все сидят в кофточках. Так, и у нас маршрут. Мы сейчас идем в светофор, затем на Валберес. После мы идем в магазин там около дома. Мне надо купить зарядку. У меня на телефоне 30%. Че, ты там куда съехала? Да, не туда хотела вернуться. А, ну ладно, поехали. Ну что, мы почти дошли. Еще немного на солнышке. Прям вообще очень-очень жарко. Две халата? Два халата. Две халата. Почему, говорит, там у бабушек было две халата одинаковых? Два халата. А почему у бабушек были одинаковые халаты? Не знаю, купили одинаковые, понравилось. У нас тут, короче, небольшие проблемки. Миша засыпает. Конечно, если она уснет, ничего страшного, но дома-то, конечно, лучше поспать. Кирилл уже вон где, далеко. Все, на Валберсе мы тоже побывали. Теперь мчим дальше. Час за зарядкой, и все, я решу спать надо. Ой, и пока Арина у меня спала, я тут сварила быстренько супчик. Тут у меня куриная грудка, картошка, морковка, лук и вермишель. Все, и сварила компотик из яблочек. Так что сегодня у девочки есть компотик. Так, кстати, вкусно пахнет. Так, в светофоре купили вот такую раскраску большую. Стоила она 111 рублей всего лишь. И тут она прям такая большая. В целом прикольно. Там получается их три вида. Но Кира решила выбрать такую. То есть... Вот так, все это красиво. Я говорю, Саринка, поделишься? Она говорит, да. Так что ладно, за 100 рублей можно и купить. Так, вот такой вот какой-то годовой курс занятий. 5-6 лет, не знаю, пускай позанимается. То есть, может, что поделаем сегодня с ней. Так, вот такое. Тряпочки для уборки. Тут их 10 штук. И они, кстати, очень классные. Стоят там 90 рублей, около 100. Вот такой нашла фрутоняня чай. Первый раз, кстати, вижу от фрутоняни чай вот такой вот. Стоил он вроде бы 20 рублей. Вот, и я взяла 4 штучки. Девочки уже по одному выпили. Кира сказала, что вкусно. Арина тоже все выпила. Значит, соответственно, ей тоже все понравилось. Ну и Кира решила вот такие взять шоколадки. Такие шоколадки стоят, не помню, 130 рублей вроде бы. Так что она говорит, можно я возьму? Я говорю, хочешь, возьми, почему бы нет? Так что я шла чисто за тряпочками, потому что, ну, потому что мне нужны тряпочки. Остальное все, грубо говоря, для Киры. Так, ну и опять, конечно же, Валберес, здоровый пакет. Здесь у меня сумка, в сумке там тоже все завалено. И тут еще. Сейчас. Так, и первое, что я покажу, это вот такая подставка для шариков. Я решила не заказывать воздушные шары, гелевые, потому что... Это дорого и непрактично. В плане того, что ты покупаешь эти шарики, а затем их привозят, и на следующий день они уже, ну, как будто бы все, а даешь такие бешеные деньги. Вот. А так как у нас, получается, детки все у нас осенние, то есть у Киры 11 сентября, у Аринки 1 октября, ну и малыш как бы где-то уже после середины октября тоже родится. Так что... Потом у Андрея день рождения у меня, потом у меня. И я решила заказать вот две такие стоечки. Сюда наливается водичка, чтобы оно стояло плотнее. И трубочками собирается композиция такая под шарики. То есть я прикреплю тут сбоку, покажу, как оно все выглядит. Две штучки стоили где-то в пределах 500 рублей. Игра. Не хотела Кире отдавать, но она ее увидала сейчас. Так что будем сегодня играть в нее. В общем, это игра в магазин. Угу. Так, это шарики, то есть дополнение я уже показывала в предыдущем видео. Еще одни пришли, я потом как-нибудь сниму одно полное видео и покажу, что мы вообще подготовили к дню рождения. Так, здесь у нас скатерть розовенькая, там видно. Вот, в этом у нас наборе я тоже открывать не буду. Тут украшения для тортика, там бабочки. То есть тут все просто запечатано, не хочу сейчас ничего вскрывать. Подложки под тортик. Тортик буду делать сама. Так, и здесь у меня косметика. Сейчас я покажу, почему-то тут уже пусто. Вот он. Так, аккуратненько, Кир, только ладно, не растеряй. Так, и вот здесь вот у меня получается... Здесь монетки. Да, здесь вот...
тут монетки вот такие вот, там вот и двоечки, пятерочки. И карточки. Да, тут, то есть, получается вот такая цена. Угу, такие денежки. Нифига! Все, вечером разберемся. Так, это тушь для бровей и фиксатор. Много денег. Карандаш для губ, не знаю, взяла от Vivien Sabo в оттенке 103. Что-то у меня под ногтем, что-то готовила. Так, дальше. Заказала Кире вот такие класснючие штаны. Они идут такие классные, классные. Мне прям вообще не понравились. Они как такие струящиеся, но в то же время они плотные. Единственные мы с размером не угадали. То есть, если я заказывала 28, а вот ткань лапша, 28, то есть 110-116. И они прям вот, ну вот, вот на столечко подлиннее было бы вообще шикарно. В общем, я сначала думала от них отказаться, но цена у них вообще, то есть смешнючая, были 280 рублей. И я подумала, даже если мы сейчас не сможем заказать на побольше размер, то есть Кира их сможет одеть все равно пару раз там, да, какие-нибудь типа как брючки в садик, и оставим Марине. Так что пускай они лежат, за 280 рублей жрать не просит. Угу. Так, вот такая сумка, сумка-шоппер. Я показывала тоже в предыдущем видео, где у меня была распаковка тоже с Wildberries, там с магазина Sensei из детского мира. У меня была сумка шопер, а то я отказалась. Но там ручки были, правда, смешные. Здесь они, то есть, уже все. У них фурнитура получше. То есть, у нее вообще хотя бы фурнитура есть. Да, у предыдущей даже не было. Тут у нас получается, ну, это пакетики, в котором она лежала. Закрывается на замочек. То есть, есть отделение. То есть, кармашки здесь два. Здесь два кармашка. И здесь еще один на замочке. То есть, даже имеется вот такой вот. То есть, видимо, под ключи, чтобы, ну, не теряться в сумке. Все, она вообще классная. Единственный цвет, как бы, да, немножечко. Я думала, она будет потемнее. Ну, да ладно, за 500 рублей, я считаю, это великолепно. Так, и сам большой пакет. У меня здесь, в принципе, ничего такого особенного нету. Пакет большой, но товаров, в принципе, немного. Это наши любимые подгузники. Вот они, наши сладенькие. Арине еще раз купили. Какой уже раз покупаем? Наверное, 6-й. Да? Если не больше. То есть, вообще, очень классный. У них тут получается за 62 штуки, там, 1100. То есть, ну, вообще. Здесь у меня идет посыпка кондитерская. Сейчас, кстати, тоже вообще открою, посмотрю ее. Так, ну вот, в общем, обычная посыпка. Но почему-то я думала, что она будет в какой-то баночке, хотя бы в пластмассовой. Опять Андрею эти заглушки для забора. Взяла себе вот такой бальзам для губ, тоже от Vivien Sabo. То есть он, получается, идет помада-бальзам для губ. В общем, тоже будем пробовать. И так, тут у меня все. Да, и футболочка. То есть я заказала себе две штучки. Первую я достала, потрогала, но она прям тряпка-тряпкой, серьезно. Я даже ее не стала мерить, а это прям вот у нее хорошая такая ткань. То есть я выбирала супер бюджетный какой-нибудь вариант. Эта футболка стоила 400 рублей, предыдущая, которую я, ну, от которой отказалась, там тоже 350. Вот, и она классная. У нее такой рукавчик удлиненный, но она удлиненная прям очень так вот, прям прикрывает жопу. Вот, ну, не знаю, я ее взяла, конечно. Но меня немного смущает длина. Мне кажется, вот была бы она настолько покороче, было бы вообще классно. Что я заказала? А это ножницы. Потому что... Угу. На мои, да. Вот, потому что у нас Арина очень любит играть с ножницами. Ей надо все чикать, везде ходить с ними. Вот. И я не могу ей дать обычные ножницы, ну, потому что все равно опасно. Как бы, да, под моим присмотром она там почикает, но ей надо долго сидеть. Они должны быть просто пластмассовые и только резать бумагу. Все. То когда... Открою и просто ей подарю. Не буду вскрывать, так что пускай она будет так. Вкусно? Короче, поели, девочки. Ариша проснулась. Поела. А я уже вторую тарелку ем. Кира, молодец, вторую тарелку ест. Арина у нас поросюшка. Короче, сейчас покажу, как она выглядит. Конечно, что-то. Что-то неописуемое. Грязное, грязное. У нас уже плюс 15. Мы вышли. Пошли. Вот как одеваться в плюс 15, я, если честно, даже не знаю. Я одела костюм теплый, спортивный, а наверх одела рубашку. Что там? А, ну, допускай, они лежат. Чьи-то носки, говорят. Кстати,
Так, это не носки, это перчатки. Блеска. Хорошо. Угу. Что-то блеска. В принципе, ничего. Но это он уже подстерся. О, это моя челка. Это моя боль головная. Ариша у меня тут, значит, катается на горке. А Кира почему-то ушла кататься с большими. У нас вот Кира. Вообще молодец. Она сегодня целый день на велосипеде откаталась. А у нас этому велосипеду третий год. В первый год она упала с него практически сразу же и отказалась кататься. А сейчас... Ой, а сейчас, да, получается, на второй год она тоже покаталась пару раз. И все. В том году, и то потому, что дедушка ей говорил: ой, Кира, кататься не умеешь. Ну, как бы так брал, типа, на понт. Вот, и она, значит, перед дедушкой поехала и говорит: дед, смотри, я качусь. И она, короче, поехала, дороги уже у нас, ну, плохие, все убитые. И она, короче, как упала, тоже получается, а качу эти, получается, четыре колеса-то, вот эти маленькие-то. И она прям в ямку съехала, это, короче, и на бок упала. И все опять заревела, вот, и, короче, не каталась. А в этом году прям вообще молодец, красотка. Она уже и большая. Я ей говорю, надо на двухколесном учиться. Ну ладно, хотя бы на четырех, и то хорошо. Это уже время 8 вечера. Такая темнота везде. Кируля вон едет. Ариша у нас как домовенок Кузя. Все свои хвосты развязала. Да. И что, в общем, мы купили в магазине, взяли наггетсы. Такие йогурты, такие, 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 такие. То есть, ну, это вот творожки, это йогурты просто. Так, взяла два банана, потому что они что-то все какие-то не очень симпатичные. В общем, на вечер так просто, девочка. Так, взяла манку, завтра кашу буду варить. Два перчика сделаю себе, салатик, чеснок. Сейчас будем делать картошку. Сейчас я ее отварю, потом добавлю чесночка, соли и в духовку. Батон, сырный соус, как раз таки именно к картошке. Масло, потому что закончилось, что-то давно только сейчас про него вспомнила. Так, молоко, тут помидоры, йогурт такой. И взяла Риши вот такой паильник. Потому что все равно думаю, бутылку, наверное, пора уже как-то убирать. Паильничек пускай будет, такой голубенький выбрала. Так как у нас папы сегодня нету, у нас ужин тоже вот такой вот простяцкий. Тут салатик, огурчик, помидорчик и этот перчик сладкий. Тут у нас сырный соус, картошка запеченная, наггетсы. Сейчас пойдем с девочками все это кушать. Всем, кто кушает вместе с нами, приятного аппетита!